Дзе як не дома. Іслач нарэшце сістэмна пачынае перамагаць на хатняй арэне. Вікторыя Азарэнка наадварот за траўмы цяпер не хутка атрымае сваю чарговую перамогу. Арганізатары мінскага паўмарафону пачалі рэгістраваць сваіх першых удзельнікаў. Падрабязней у рубрыцы «Матчбол». Футбольный клуб «Іслач» упевнена, нават сенсацыйна 3-1 перемагая столичная «Динамо» у 14-м туре чемпионату Украины и выходит на 7-е место. Дружина Виталия Жуковского на данный момент от другой команды турниру солигорского «Шахтера» отстает на 4 баллы, а вот до «Бате» аж 11 очков. Отзначим, перемога над белоблакитными стала другой запар на хатнем стадионе «Іслачы». Дагэтуль у 2016-м у молодежни «Ваўкі» увогуле не могли обыграть своих соперников. Я думаю, наш тренерский штаб хорошо подготовился к этой игре. Разобрали, знали сильные и слабые стороны соперника. Ну и, в принципе, воспользовались этим. Потому что перед игрой была сильная жара. Нас подготовили, то есть домашняя игра. Я думаю, физически, морально были готовы за счет этого выиграть. Мы как бы их разобрали, понимали, что надо играть с позиции силы. Играем дома, и играть первым номером, и пытаться их накрывать на чужой половине поля. И как бы уверенно себя чувствовали. Ну, понятно, что и забили быстрый гол, как бы это тоже на руку. Но как бы все, в принципе, сложилось. Перемагают у туры и крумкачи. Меншане у Бресте мацнее местового «Динамо» 2-1. При этом весь другой тайм столичные гуляли у меньшости. Отзначим гинишую Минска с гранитом 0-0. Выник матча «Славия» Мазыр солигорский «Шахтер» 1-1. Дарэчы, гарняки уже в гэты четверг стартуют у Еврокубках, уласна, як и Минская «Динамо». В первом раунде Лиги Европы наши команды сгуляют супрать Фарерского «Рунавика» и «Спартака» с Юрмалы. Отповедно. Вікторыя Азарэнка пропустить Уимблдон. Теннисистку по-ранейшему турбуя травма колена. Беларусь на британских травяных кортах представить Максим Мирный у пары с Тритом Хьюи. Яны посеяны под высоким 12-м номером Ольга Говорцова и Александра Соснович. И опошняя Минский полумарафон пройдет 4 вересня. У минулый понеделок стартовала официальная регистрация удельников. Колькость местов обмежованная. По улицах столицы пробегут не больше за 20 тысяч человек. У гэтым годзе организаторы мероприемства зрабілі регистрацию платной. Минимальный взнос 70 тысяч белорусских рублей. На этом тыдні протягиваем сачыць за чемпионатом Европы по футболе. Наш чакая плей-офф. Параллельно цікавимся найстарэйшым теннисным турниром на планете. Уимблдоном, зразумела, выключно на телеканалах Белтэль радиокомпании. Любите спорт и еще увидимся.